О, давай. Спасибо большое, все. Ты квардик, я тебя запулил. А ты куда это мне? Отправляешь на оффлайн этим героем? Нет, я предлагаю тебе на мид, но сделай так, чтобы тебя никто никогда в жизни не гангал. Такие а, так давай, давай. Протоны. Давай, давай. У тебя же будет проблема на начальных левелах. Давай, давай. Митяй. Оу. Мы оба хотим выиграть эту игру? Ну, я иду в лес. А, я понял. А то я смотрю, как бы ты протектор с Quelling Blade. Нет, я просто мог, но я не настолько злопамятный, когда хочу выиграть. Я понял, хорошо. Ну, в целом, в следующий раз это может быть. Я понимаю, я полностью одобряю такую политику, я сам бы сделал на твоем месте то же самое, но сейчас ситуация несколько другая. Так, ребят, сейчас нужно разобраться, что у нас там на мите, потому что на мите какой-то пипец. Кстати, офигенный, офигенный фильм, обожаю Бронсона. И всем совет. Ты слишком много информации знаешь, Android. Да? Да. Ученик. Тебя нужно истребить. Под корень. Ну не надо, ну не стукай, братишка. Пора в Израиль. Не встала, что ли, шишка? А, ну там Тимберсал, понятно. Сейчас у него уже пукан ли бомби. Короче, Дресс, смотри, я сейчас подхожу в инвизе и блокирую противника, который выходит к тебе, типа Тимбера. А ты его выпишь. Дресс. Мы настроим, мы типа стронг. Ко-ко-ко. Ну только у меня это. Поедание крипов? Ну, естественно. А что ты мне экспириенс не дал? Ну, потому что я сейчас себе в соло хабачу. Чего? Ну, дай ему стан. Блин, Дред, терпила. Лон, ты спалился, братиш. Ты дал ему стан, его заблочили и убили. Ну вот сейчас. Можно. Сейчас. Нет, сейчас уже не надо. А как бы мы его заблочили с Ливингармором? Ну, плюс я иду и с собой блочу его. Ох, ребята, ребята. Я же большое дерево. Ну, ладно, стой уже, фарми. Ну ладно, буду стоять фармить. Ну, стой, фарми. Ну, блять, как скажете. И не плачь потом. Ну и не буду плакать потом. Ты всегда плачешь потом. Плачут небеса о тебе, обо мне. Бля, ну это совсем же не очень. Ты Насте звонит, говорит, очередную подушку испортил. О, парень с харда. Испортил чем? Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Может, тебя ничего не смутило? Так, что-то кач не идет здесь без толчил, да? А я могу тебе... Ничего не дать. И... Пример. Ну давай подведу крипов. О, это. По-моему, он это залетел не на ту, не на West Coast. А что не наказали его? West Coast, East Coast. У меня это... West Coast is the best. Один стан есть у меня. Буяка, ща. Буяка, буяка. Jungle is massive. Что-то очень реально, ты много знаешь информации, Андроид, реально. Ну, про буяку какую-то, куяку. Это же буяка-буяка. Я про тоже. Так ты тоже это знаешь, что самое удивительное? Я много знаю. Так тебя тоже пора? Тебя тоже надо истребить. А была такая песня, я знаю, я слишком много знаю, меня пора убить, кстати. Реально была такая песня, ребят. Не надо. Во, продолжай харасить его, то мне кстати, он не нравится. На тебя. О, благодарю. Ты же об этом мечтал? Да. То, о чем я мечтал. Сам понимаешь, я скоро на базу пойду через нейтральных крипов, потому что не тут. Почему? Кстати, слушай, этот герой реально классный. Эмбер Спирит, только он не такой жесткий, как Земля. Он неплох, определенно. Смотри, этот боится уже, Андрюх. Ну потому что ты посмотри на свою рожу. Ну, ты слишком много знаешь. Слишком много знаешь. Ну реально твое лицо как бы боевика. Вдохновляет, я понял тебя. Ну реально это боевик, затейник, мошенник. Главное, продолжай ему новый давать. Не, он это, на меня хочет пасть свою разину. Чмо. В натуре. А теперь на тебя. Вот чмо. Вот почему. Ты это, с ним вступишь в контакт? Не знаю, в какой?
Так, я... Это, крипов. Уехал он, блять. Он жрет свою последнюю фласку, у меня нет стана тем временем. А, ты потратил его на то, чтобы защититься? Типа того. Ну, зря. Мы могли его убить. Ну, там я подфармил еще немножко и защитился. Так, сейчас я возьму себе ПТ. Нормально, я этот хотел девса хильнуть, и что-то это, на себя кинул щит. Слушай, а мне, может, арморчик дашь немного? Пригенься бы. 20 секунд кулдаун. Блин, этот спел хороший, если бы не кулдаун еще. Идиотик, это какой язык? Он меня хочет убить? Не, просто типа Зевс не выиграл Куалду Интернешнл, значит не выиграет эту игру, че вы хилить. Кстати, на удивление логично. Эйч! О, мне... Я пришел. О, слышишь? Так давай, расскажем ему. Почем последние танки в Париже? Забег Дрюса под Париж. У меня съесть мана. Да пофиг. Я еще засмотрелся, чуть не умер, понимаешь? Да. Умер. Это было красиво. Ну, ты, главное, как бы... Главное, размансовка. Да. Ну, все в центр. О, в топ бежит, в топ бежит, в топ бежит. Потный, бара на тебя. Бара-бара-бара. Так а он какой левел-то? Че ты по-аут сразу делаешь? Он 4-й левел. Мне сказали, типа, это бэт-сигнал. Я бэт-сигнал. Понял тебя. Так, ну тут тимбер 5-го левела. Бары пока нету. Хотя он, скорее всего, остался в стопе. Возможно, стоп. Он там будет. Короче, ладно, сейчас 6-й возьму. Потный, должны будем его килл. Смотри, ты мне обещал. Да. Мы, кстати, на миде ничего не придумаем. Вообще ничего. Я этим героям не знаю, как делать какие-то комбинации, чтобы убить. Типа, три ульта делаешь, чтобы... противник и влетаешь 300 дэмэджа. Моментально, в смысле, вместе их посылаешь и влетаешь в них. Не, так мы это не сделаем. Ставишь стан и рубишь шурки. Потный, так, давай, попробуй постакать лес. Я попробую, но ты хочешь со мной на пару сажать? Раз, два и все. На пару убить? Не, сейчас я просто буду харасить, попутно вот этот кемп стакать. И все нормально у нас будет. Хорошо, давай. А просто на 6-м пульну в его соло ульт, мне не жалко, убьем его за счет этого. Здорово, мне нравится. Смотри, что-то хочет. О! Опа. Давай, жарим их. Я готов. Че, надо на ульт нету? Нет ульта. А че, нету? А, чекист. Ага. Ну, я красиво так мимо прохожу. Беспалево, главное. Она прошла как каравелла по зеленым волнам. Ебать там артефактов у молодого человека. Какого? Там их три. И все молодые. Да там все какие-то задроты, я вам так скажу. Ты намекаешь? Ну да, мы играем просто. Ну, по-моему, счет как бы 7-2 намекает немножечко. Да ладно. Я, кстати, меда сделаю. Правильно. Я вот не могу себе такого позволить. Чен же есть? Надо же его крипов жрать, он приносить золото. Все правильно. Короче, мне нужны стаки, гайс. Ну хорошо, я тебе сделаю. Давай, 6-й левел тебе нужен еще. Тогда будем убивать. Он не а выдаёт. Пока, видишь, не убиваем. Через 3 крипов. Я подстакаю вот этот кемп, Мить, не против? Ты подстакай. Я просто думаю, что ты, может, Я могу его фармить, но я не хочу его фармить. Ну вот, я про то же. Что, поставлю только в радишок? Инвиз. Виндранер. Вот так. Заюзал. Так, что там, стаки есть? Потнявый. Вот там. Два. Ну зачем тебе два, когда я могу... думал, здесь. Тут нету. Я понял. Ну, вот здесь попробую поделать. Я боюсь, что Тимбер тоже владеет техникой стаков. Это будет не совсем здраво. Не, мы его килл, и стаки там килл. А, то есть мы всех килл? Давай новку там ему снеси, ага. Да как вы, сыны войны, меня это... Просто сыны войны. Да ебали, очень много шагов. Так, гайс, ассистанс.
каким образом тут 4 тела, 4 тела? Еще я вам помог, ребятки. Пятая есть. Хорошо, найс джоб. Пушить собираются, по ходу дела. Надо, по ходу дела, бежать отсюда. Потный, ты плохой позиции выбрал. Я шестеру получаю, и с шестерой я могу делать все, что угодно. О, Витюша пишет. Ребят, у меня есть топ-аут, я могу дефать. Да, дефать тут, по-моему, не вариант. Понял. Стаки будут качаться на них. Ну просто они отошли, и ну ладно, фритал. Делается разгон на мид, я делаю ТП сейф. Я делаю просто бежать. Ничего не делаю. И он вниз бежит. А, он... А ты не смог его привязать? Нет, я не смог, да. Окей. Зевс тапки. Зевсу не тапки. Тимбер не сбивает ТП, я слышал. Не, ну типа у него была мана на первую, если бы. Не ухватил бы дэмэджа. Угу, я понял тебя. Песня, кстати, крутая колонна, ты просто. Гайс, ну у меня все нормально уже, в принципе. У тебя появился? Что-нибудь? Тот самый. Давайте в центре подэфаем вышечку. Не, пока у меня ничего не появилось еще. Но это мне не мешает говорить то, что у меня все нормально. Все-таки давайте подэфаем вышечку. Давай. Мне левел нужен, дефать это не мое. Ты уверен, что ты не хочешь с нами драться? Не, я могу, у тебя есть ульта, я готов с тобой идти. А, у тебя же молоток на двойку. Да какая разница? Да, вышечки надо дефать, Митяй будет отхиливать. Отвечаю, короче. Так, снизу, проблема у Брансона. Брансон. Снизу это малый. Мой номер. На миде, точнее. А снизу деф, тауэр, гайс. Да. Таким ребятам всегда вот так нужно отвечать. Это ты грамотно. Окей. Ну давай. Ох, они хорошо разбегаются. Опа. Как просто эти сыны войны меня бесят. Эх, армончик был бы утром. У меня был кулдаун, к сожалению. Да, просто. Здесь там соло уже трахают. Так тут всех трахают, как хотят, в каких-либо позах, и просто за бесплатно. А почему он не дал ему молнию? Он мог бы дать ему молнию, убил бы. Он хотел жить. О, потный. Дай ему нового. Я 50 хп у меня. И я не хочу. Да, не давай нового. Я вообще никуда не хочу возвращаться. Потому что если я вернусь, я как бы вернусь это. В загробный мир. А ну у нас такая дотка интересная тут. Да, нам будет очень интересно играть. Да уже интересно. Там Лишки один за дефа уже нормальная тема. Не знаю как тебе, но мне интересно играть. Так давайте едем. Все, мне тоже. Берем этого парня и выезжаем. Стаки нужны, гайс. У тебя есть мом, можно же въезжать, просто въезжать. Уже можно, да. На низу? Где угодно. Ну, на низу. Везде можем ехать. Ребят, на низу. Пойдем, только мне приползет мом. Он меня хочет. У тебя ульта есть? Нет, вот это жалко. Это жалко. Сейчас будет связка. Все, я втерпел, давайте, там это. Все выманил. Так, да. О, сейчас пойдет. И Свижен стоит. Еще стоит. Заперли. С нами главаря нашего нету. Кого? Пойду в лесу качаться. А я чем мега хил Чена, ебаные трайхарды. Ну, а давайте, во-первых, зарепортим. Как думаете, кто у них главарь, кто придумывает эти идеи? Даже не знаю. Я голосую за Чена, потому что, ну, это Чен. Пожаловаться на игрока. Не за что. Причина try hard. Если его заблокируют, это будет просто новая мета. Вот, на это вообще не очень. Дред, я тут, ну ты же понимаешь, бизнес, правильно? Да, 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 только маленького, давай. Да, блин, ну ладно. Так, я понял. Случайно убил его. Блин, мне до БКБ вообще на самом деле там нечего делать. Я стану чего на это получаю и умираю сразу.
Потом, конечно, дэмэдж будет, но это потом. Да, потом. Ребята, вас немножко насилуют. Нормально. То есть вот тот вот рыл 5, и они вот так сейчас будут перемещаться. В смысле, рыл 5, их ровно 5. Пойдем убьем их. Так вот сейчас нам нужно тоже пятером, я слышал, что... Так давайте. Так агрите, я сейчас лич пойду, короче, торговать лицом. Давай я торгану лицом. Ну так нужно, чтобы все скопили. Ты тут не рановато пошел, братиш? Не, нормально. Так. То, что меня лич подвел, это не здорово. Так, а вот там делитесь, да, ребят? Да, мы делимся. Ага, грамотно. Я понял, гайс. Вообще красиво. Лич подводила. Хорошо стелишь, фрейрок, как говорится. Ты мог не подставляться под стяжку? Да, я мог подставляться, но поставился. Да, я бы ушел. Тогда бы... Я бы похилял тогда, меня бы еще что-нибудь потратили, и мы бы их разбили. Да, мы бы их разбили. Чен, Мека, Ульта. Ну, посмотри на их хп. Это я бы еще жил. Да. А 25 с руки, это много. 5-го левела 3, да, это просто... У нас есть шансы тут. Пипец, ребят. Не, ну так-то, в принципе, есть, конечно. Лично какой-то просто не очень. Почему я? Медасить крипов бы их, а то сейчас они очень много чего делают. Ну? Это все? О, хорошо. Мы можем. Это, ребят, это комбина была. Ой, контролил-то какой, посмотрите, как насасывает лалка. Все, ребятки, у нас, короче, тут тимвайпим. Блин. Пошла масть. А, во-первых, так. Вот это да. Ну, мне просто слоток нет. Правильно. Я тоже так всегда делаю. Нахер эти смоки вообще нужны. Хороший герой, кстати. Ничего не делает, кстати. Твой-то? Да, очень хороший. Вообще есть подозрение, что им нужно вначале ебашить. Собираешь вангвард, максишь третью. Слышишь, я тебе это нашел подарочек. Какой? Максишь третью, да, говоришь? Ну да. Угу. Ну типа с вангвардом, прикинь, у тебя 500 этого самого резиста от магии, плюс ты дамажишь этим скиллом. Ну да. Ох ты ж, и видите как... Здорово. Дай мы стан, берюсь. Че, не угадали что ли? Гости все равно догонишь. О, догнал. Если бы мане не рассчитал на стан. Не, у меня была, в принципе. У него. Он не рассчитал. Мане на стан, типа, почему он его не дал? На топе рыло, на топе жарко. Что делаем? Сплитпушим. Ну, типа, их 4 на топе, нас 5 в команде. Если вы хотите сплитить. Ну я наконец-то с тапком. Да, хорош. Ну, ребят, раз ты с тапком, то время сплитпушить. На меня разгоняются, я иду под тауэр, и он отменяет разгон, разумеется, да. Красава. Так, я так понял, надо на базу бежать, да? Будь здоров, будь здоров. Да, спасибо. Это важно в этой игре. Я просто не успел вырубить микрофон, обычно успеваю. Да ладно, хер. Не знаю, как типа, рук себя плевал. Не всегда, да? Не здорово. Здорово. Не очень. Здорово. Клево. Короче, надеюсь, скрипчена будут впереди замеса. Потому что в таком случае я смогу немножко грязи. Смотри, сделать. Я такой бегу на скрипчена. Бегу, давай. Эмбер! Можешь поставить ульт на криповчена и ульт на базу. Сделать ТП на базу и через криповчена и пути забрать их медасом. Да, хорошо. Слушай, спасибо большое. Теперь буду знать. Фига себе, у тебя там истории. Они заберут Рошана, и это факт, ребят. В смысле, мы можем поставить туда иллюзию Имбер Спирита, и он полетит туда, потом на базу, при этом заберя Рошана. Заберет Крипачена. Ну да, Крипачена, Рошан и Эгис. У него. Декстер, ты же типа стронг, давай. Давай, все, я иду. Я тебе дам вот эту штуку. Я тоже дам тебе вот эту штуку. Ты под двойной штукой. То есть, если мы проиграем. Я сел на эту штуку. То есть это тройная штука. Только их там нет. Ну так пусть. Тогда она... надо уходить отсюда. Хотя я с ультой, можно подраться. Рюс.
Ты можешь подраться? Ребят, можно. Я люблю драться. Но еще я люблю левел. А что ты больше любишь, драться или левел? Хуй его знает. Ну только честно. Я не могу разбить твою деревяшку. Как хорошо, я вью крипа вообще не трал, а так дамажу. Ну, с щитом огненный нормально. Угу. 60 дпс вроде, типа. Левашки 60 дпс. Ауе. Плюс армор. Ауе. Воу. У нас есть механизмы? Понятно. Вопрос отправлен в зрительский зал. Дерево ты собираешься делать механизмы? Нет. Понял. Я собираюсь сделать его скипетр. По-моему, враг что-то хочет. Парни, ну короче, мне надо еще время, мне нужно этот самый BKB. А, дофармлю-ка я снизу. Что со мной будет, правильно? Возможен братрум. Да, небольшой братрум. Развивающийся братрум головного мозга. Братрум 12-перстной кишки. У вас братрум. Это не очень диагноз. На этом герое, кстати, реально надо много итемов. Вот так он бесполезный. Тебе криты нужны, потому что тебя не работают с старым скиллом. Я знаю. Много критов и много батлфурия. Угу. Ты их за удар убиваешь, всех, если они пачки идут. Типа шейкер. Только раз в 6 секунд. Че, попытка номер 2? Давай. Это, ну вы там делаете грязь, я пока БКБ оформлю. Ну, когда тебе позвонить-то на пейджер? Когда БКБ оформлю? Ну это через сколько? День, два, неделя. Через месяцок позвонит, чтобы на Верочку. Вот, а в принципе есть БКБ, только курица летает. Ты сможешь делать скилловую доту? Нет. Да не ты. Мне кажется, они через год-два сломаются с таким дэмэджем. Но сейчас я думаю, что просто забьют и убьют Декстера. Ну, мне так почему-то кажется. Нет. Сейчас будет. Не Декстера. Там ульту сейчас Найт использовал. Ну и сейчас пойдут пушить. Ну и пиздаем в таком случае. Ты его уже как бы разозлен, да? Да. Они знают? Ну не, очевидно, Рошана пойдут сейчас. Я думаю, что да. Уже заходит. Пойдем туда. А пойдем. Сейчас идем, не? Не. Здесь встречаем. Не-не. Ну, они вот здесь пойдут, идем и вот здесь встречаем. Ладно, Дрюс, на меня поехал. Он один. И он боится. Сейчас, ребят, связки будут. Знаете ли какие? О, вот это можно выходить. По-моему, вы на Эгис выманивали. Ну вот и закончился Эгис. Дальше будем дефать. Ну, кстати, изи. Вот я думаю, что вот сейчас просто. Нам-то Эгис тоже, на самом деле, очень лобим был. Неплохо так дефим, кстати. Изи, как. Хорошо, что эта линия снизу. Вот на самом деле дефить, а твой персонаж умеет дефить. Вот это факт. Мой? Вот этот? Да, вот этот. Ну, ему батлфьюри надо купить как можно еще быстрее. Ну, возможно, батлфьюри, но криты очень неплохо на него работают. Так. Год драку, не? О, тогда можно. Ну, отдефали. Ну вот, размен пошел. Башни ты захилил. У меня Егис. Кстати, стоит мне максить первый спел? Ну, в итоге не помешает думать. Вообще, я типа, обычно вижу этих эмберов, в которых замакшен первый, третий. Uh-huh. Ты хочешь убивать, что есть дэмэдж. Ну, типа второй нафиг не нужен? Ну, вначале, ты все равно ты его не лупишь особо.
Так, слышите, я всерьез задумался о том, чтобы собрать Мидас. А если я на топе зафармлю, у меня будет Дота Фьюри. И это Грюдреда. Это пожалуйста. А я чё, я ничего. Так, братцы, слушай, видишь, Мидасик хорошо решает сейчас вообще. Тоже надо было делать. Ох ты ж, я пожалуйста, есть сюда Дред? Дред. Там это же... Что, куда? Зинаида Михайловна бегает. Я иду. Одна. Это Виндрайнер. О, с командой. С командой. Одна. А Чен это кто? Это типа... Это не команда. Чен это не команда, это герой поддержки. Ты начитался гайдов? Да. Там, ребята, артефактов мало, Мидасов нету. А, то есть ты раз Мидас... Where are your Midases? Не плачь. Все в порядке. Так, у меня есть почти Battle Fury. Еще чуть-чуть. Но они, кстати, вообще не смогут запустить. Если у нас будут Мидасы, мы типа закидываем их в теновских крипов и все. И убиваем их. Я вижу таких ребят сразу тэп-аут. А сейчас центр пойдет? Вот так, чекаст. Они retarded. У тебя форстав ты... Нет, он даун. Я просто хотел дофармить своим... Ну, этот, Battle Fury оставалось совсем чуть-чуть, но он меня решил забрать все молнией. Иностранец какой-то, буржуй? Угу. Так, короче, слышите, я определенно настроен на то, чтобы взять Мидас прямо сейчас. Зачем? Надо. Так надо, Матей, надо. Возьми его. Просто надо. О, они низ идут. Скрипами Чена. Ребят, скрипами Чена низ идут. Декс, пойдем посмотрим на них. У меня нет Мидаса. У него нет крипа одного. Угу. Жалко, сейчас на это нельзя продать Мидасом. Нам вообще драться на самом деле не очень перспективно. Просто по кулдауну стоять здесь, Мидасить и так далее. Фак, мне надо батарею купить. Ты можешь сложить себе кольцо, кинуть ульту на вот отсюда. Вот сюда, закупиться и свалить. Ты даже не заставил лететь вот сюда, если скупить. Они разошлись, тем более. Тем более они разошлись. Разошлись да, характерами? Вот здесь надо убить сову. Там, кстати, у нас Зевс какой-то со всеми. О, хорошо, все, теперь крипов убивают так быстро. Теперь, то есть, скрипы вообще не подходят, даже Тидрюс не нужен особо. Да ладно, следующий раз... А, ну вообще-то АБФ, конечно, много дэмэджа приносит. По 60, ну и по каждому, то есть он бьет по одному, и там 60, да, 20 дэмэджа. По крипам половина урона идет с руки, вот в чем дело. Окей, 10 дэмэджа, с каждого крипа лишних идет вообще по уешке. Угу. Тупо за счет Battlefury. А у него да, дэмэдж-то больше. Это хорошая штука. Я рекомендую вам тоже Мидас сейчас сделать, господин Лич, господин Тринт. Mm-hmm. О, сверху разбегаются Айдекс. Айдадекс. Хороший герой. Кстати, у них где-то тут вард стоит. Похеру. Может этот? Типа БКБ сделаем. Декстеру. Я через БКБ? Ну, типа, можем скинуться на центре и ты купишь себе БКБ. Я? Да нет, может, лучше я куплю Дайдалас и буду их убивать? Можно. Ну, а с центре БКБ купишь. У меня 621 голды. Да, не хватит. Но мне нужно мека позарез. А я дерево. Мека хорошая штука. Чё там, Чен пушит, нет? Ладно, Декс, давай проработаем просто крипов. Угу, я, кстати, Мидас не юзаю. Я его заюзаю только тогда, когда Чен подойдет. О, кстати, смотри. Я думаю, кстати, халявка. Пойдут. Пойдет туда в пятером. И заюзаем Мидас на крипа. Хорошо, смотри, да, какой крипчик бесплатный. О! Ты с ульты можешь на него. Смог тут был. А вот и он. И теперь аккуратненько отходим. Но они без чая, это без хаоснейта. На мид бежит. Все, я ушел, ребят. И мы вышли. Миду я кину. Это было рискованно, бежать, конечно, ничего страшного. Это нормально, риск это наше все. Ой, пошел фармить вниз. Это
это тоже рискованно. В этой игре все рискованно, честно говоря. Он сейчас вот так будет проходить. Отходи. I don't give a fuck. I don't care. О, оп. Ультанул, красава. Сейчас будем вытягивать. Не должен. Четверка, это слабый уля, даже ливенкармор не пробивает. Так, что-то на миде Чаус Кнайт. Может это, смог и напали? А чего нет? Не, на самом деле нам, по-моему, смысла мало, у нас лейн. Сделать смог. Мы у тебя их убьем и будем стоять здесь, ну, чуть-чуть дальше себе позволить выходить. Некоторое время. Мне кажется, мы их не убьем. Издалека. Мне кажется, мы только сможем убить их на ближнем расстоянии. Возможно. Ну только они бы успеют пушить, тоже не здорово. Ну, блин, а что делать? Так, надо... Напасть на них, с мака. Пожалуй, куплю я Calling Blade. Зачем? Ну, чтобы крипов еще лучше добивать. О, серьезно. Один есть. Mm-hmm. Я тоже есть. Но я выкупаюсь и иду обратно. Не получилось у ребят. А, я крипов не получаю, голду, так что, пожалуйста, все твои. Там этот стоит. Мидас, мидас. О, спасибо. Я, кстати, никого не убил. Good try. Ну, типа ты это в драке пытался только с этого скилла убить. Ну я же не могу их с руки убивать, правильно? Так, нам бы еще какую-то кирасу, конечно, но мне сначала Дейбалус нужен. Угу. Потный, купи себе этот госкиптер, а не Веку. Веку. Потому что я не накоплю на госкиптер. Мне еще варды, вардить вас, ублюдков. Угу. Неблагодарных. Угу. Это он не мне, по-любому. Там хекс у этой самой. Ну да. Ну понятно, что не. Оп. Ну, на базу вертают Дрюс. Ребят, тут этот БРК с вспышка. Вспышка, да? Слушай, они теперь это же полезут вперед, потому что Дрюс нет ульты. У меня ульта очень быстро кулдаунится. Они не смогут зайти за это время. Славно, вспышка в ночи, flash in the night. А мы должны немножко отойти. Либо дефить, либо да, отойти. Да, немножко отойти, Декс пускает пушивать своими возможностями. Медасом. Жжи, ну я не могу отойти, я встану. Ну ты как бы, мы тебя отдаем, видимо. Но Митяй-то продумал, и с байбеком. Да. Но я пока не могу делать. Угу. Утонул. Декс, а чё не магии не даешь своей на мид? Иду. Я могу ульту дать просто на пофиг, но это будет не совсем правильно использовать ульту. Вообще да. Хотя дефлю, конечно, но... Давай, давай, давай. Давай, ебаш, ебаш. Хотя ребят, уже поздно на самом деле, пиздец. Мы сейчас тавр проебали. Нормально, нормально, мы не проебали. Армор, мы... армор, тавр. Я уже давал. 4 секунды, гайс. Я тебе дал столько армора, ты просто весь армированный. Я просто сдох. Да? Я тоже просто сдох. Да? Бля, 4 секунды. Секунда, я не задожил БКБшка. Я мог убить определенно. Я плохо сыграл. Ну, проблема в том, что в этой файте не было ни Эмбера, ни Свена, считай. Я просто... Умерли просто как... Мне просто не хватило. Тем не менее, игра продолжается, гайс. Ну, мы еще не проиграли. Да, блин, сторона это ни о чем. Да. У нас есть отпуш, у нас есть мидасы. Конечно. Сейчас дайдаунс будет. Я, кстати, штуки не могу убить вообще. Мне просто надо спал делать и увязать его. Нет, тебе просто нужно БКБ, я считаю. Вот. Зачем? Просто на пофиг сейчас. Ну, чтоб бить.
Не, тут как вот у тебя синдром гонки получается, типа я буду иметь 700 дэмэджа с руки, но не буду никого бить с руки, потому что я гунка и могу ударить их сильнее. Дело в том, что я вас не могу бить, я подхожу и умираю сразу. Ну, это здорово. На самом деле, короче, я думаю, что реально многие очень заблуждаются, то, что такое тимбилд делают на этого героя. Типа криты, там, дизолятор, этот самый баттерфури. По-моему, намного лучше сделать ему жирность и тупом жолнир. Не, типа это работает до... Если ты нафармил много слотов, типа 6 слотов, когда у тебя будет, тебе Мьёльнир нахрен вот не сдался. Лучше сделать 5 критов на 5 батлфури. Просто ты не можешь их сделать. Это да. Так, там что-то еще Виндраннер себе серьезные артефакты хочет сделать. Был бы я сейчас на Редспирите, эх, они бы ничего не сделали. Так, они на Рошану пошли. Может, сделаем им там? Бобо, пойдем. Только они очень быстро бьют, они, возможно... Не, у нас сверху не успеет Декстер. Я успею, у меня тут. Ты кажется, может. Я, кстати, не вижу ее. Вот она. Ну, делай, поехали. Надо визион какой-то. Да. Нет, так нет. Короче, час Найт с Аегисом, ребят, это не страшно, так скажу. Вообще ничего. Аксись. Но он же будет без иллюзий, правильно? Так что пошел нахуй. Давай вас всех здесь заныкаем, мы просто вы. Ну, они типа ломают вышку, а мы уезжаем из этого дерева. О, давай, ныкай всех. Хорошая идея. Иди сюда. Ну тебе около дерева только работает эта штука. Так может лучше в нашу сторону? Зачем отсюда заходить при колене? Ну, будет. Только вот этот парень ломает дерево, я слышал. Да, это может быть проблемой. А почему? А, у тебя маленький, лол. Чем мы тут прячемся? Я думал, прости, что немножко тебя... Они же были без ЦК, ребята. У них ЦК же стоит, рун ждет. Мы могли напасть на них. Не, напал. Что мы немножко нерешительные, ребята. Да не, вон Мичай напал, говорит. Как девятиклассница перед концертом каким-нибудь. Киша? Не, а кто этот? Олег Митяев вспомнил. Он не будет тратить, пока не сольет Аис. Да он сейчас его и сольет таким образом. Я еще один крип купил, короче, на всякий. Короче, урну надо сделать. Короче, сейчас я тебе скажу. Завтра ручка будет. Ничего, что если я вот тупо, что у меня прислали, я этого им не сделал, грубо говоря. Или показать, что ты так не принял. Угол один, а угол второй по волнищему стрелял, да. А? Сейчас, да, он встанет и завязайся свои спылы. Сейчас я убью его. Угу. Сейчас, секунду, Андрюс, я пока жил. Цел. Все еще орел. Это от хилива? Это от хилива, кстати, спас. В итоге положение немножко. Ну, мы, кстати, выиграем. Мы можем выиграть. Так. Но мне пришлось использовать байбек. А, это плохо. Если я буду сейчас копировать, у меня... Ах, если бы не этот Аегис. Ах, ну, если да, бы не они он. Так не заходили. Это да. Ну, хорошо, что я на самом деле купил Мидас. Это просто настолько хорошо, что слов нету. То есть ты видел будущее, можно так сказать. Можно, да. Забирай, у меня этот дебаф. Я сейчас только что написал. Это примечание. Ну, как-то тяжко. Так, point booster для команды. Видимо, Зевс накачал. А, я... Нет, ты понял, да? Митяй, никого не слушай. Все, норм. Я буду фармить на Мидас. Да, это правильно. 150 с руки там уже. Они снова идут. Они снова идут. Бум-бум. Мы могли, короче, тупо так стоять и дать, и все. Да.
прочнет, да у нас как у элитарных уебков еще и дерево есть, которое захиливает вышки. Кстати, Веш не может подхилить сейчас. Не, сейчас опять нужно. И Декстер просто с ульта всех крипов убивает. Мега крипов. Угу. Мне сейчас заедалс будет. О, ульт уезжает. Можно, кстати, отхилить уже, Митей. Вот это я и дал. Я и дал три крита только что. В смысле, как ты ими мог дать? Ну, три раза крита. Ну, три раза я ударил. По ней, типа, иду и по своим крипам. Да, то есть три раза по ней. Ну, три крита прошло, короче. Три удара, три крита. Нормальная тема. Пять критов, кстати, 100% крит, типа того. И ты слышал. Не, криты это малого человека, это хорошо. Атакуют. Да мы должны быть проблемой. Что меня еще взяли с тобой. У меня нету байбека, там есть льтам, Тараска, и опять я ничего не сделал, увы. Эх, я кого-то убил, наверное. Да. Дрюс. Наверное, напрасно я стоял первым, ребят. Дрюс. Да, зря. Наверное, зря. Ага. Я думаю, что торговать ебалом, когда там... Там кровь? Никогда да. Винрайер с Хексом, то это... Ну... Не то, чего мы хотим, скажем так. Ух ты. Но, тем не менее, игра еще не закончена. Да не, как говорится, стрижка только начата. Декс, ты же удомок, ёки. Там, кстати, Хекс будет. У нее откатился с файта. Так что ты поаккуратнее со своими желаниями. Эх, не. Понял тебя. Напишешь. Ну, я знаю, что он у меня откатился. Тут. Я просто не знаю, как он еще работает грамотно. Хекс? Ах ты ж, едите киды. Ты имеешь в виду Чкудук три колодца? Да, он самый. Гоу-гоу. Ну, я-то это, а ты-то нет. Подсвечу его. Сколько там БКБ? Это уже 5 секунд. Так, гайс, я иду. Есть что ему дать? Ах, не. Я готов, слышишь? Они там сверху можете резко в топ, да, переместиться. Верка выкупилась. Прочее дерьмо случается. А, ушел драйв, я понял тебя. А мы можем устроить им атаку здесь прям? Я бы со смока напал все-таки. Да, я бы тоже. А у них тут еще варды. Ребят, в Баратрум тут на меня делал грязь. Блять, какие же они там плотные уже все. Да он охуел, слышь? Блять, что в пизду. Ну не везет. Не везет. Я мискликнул по кнопке. Три из трех. Ты же, Дрюс, Виртуспро такой же парень был. Да. Это парень был из тех. А в смысле был? Погоди, все нормы. Он просто любит жить. Так, а получается этот еще дамажит, да, Риминент, или что он делает? Да. Ну, да, ты на него прыгаешь, он дамажит. А-а-а, все, вот все он... вместе пролета. А я не знал. Я же второй раз играю этим играю. А я и не знал, что любовь может быть жесток. Надо в магазин сходить, по-любому. За бутылочкой вина? Ну нет, горе заливать тоже не дело. Митя не успел армордать. Это не спасет вообще ни разу. Я сейчас их разъебу нахуй. Ты понимаешь, что мы на таймрейтинг играем? То есть вот сейчас был... Я даю глиф. Ребята... Дрюс, 5 секунд, блин. Сейчас он, блядь, поиграет со мной, нахуй. Блядь. Ну, 43.05, а так бы без этого армора было бы 43.04. В общем, это Member Spirit, надо как можно быстрее выносить Battle Fury, иначе он говно. И им надо драться постоянно, типа ранило его. Ну, у него есть возможность.